Федеральный оргкомитет принял решение продлить сроки подачи заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» как для кандидатов, так и для тех, кто желает проголосовать. Сегодня праймерис набирает популярность, конкурс на место как в рейтинговых вузах. Ну, что отрадно заметить, то, что предварительное голосование набирает очень большую популярность среди населения. И сейчас, если говорить о цифрах, то, по сути, уже заявившиеся это 20 человек на место. Это и врачи, это и актеры, это и представители средств массовой информации, это и общественники, это очень разные отрасли и очень разный возрастной контингент. Очень много молодежи приходит. На сегодня уже зарегистрировались больше 120 желающих стать кандидатами в депутаты Государственной Думы. Выдвинулись и по списку, и по одномандатным избирательным округам. Продолжается и регистрация избирателей. Процедура занимает не больше 5 минут. На сайте предварительного голосования необходимо заполнить анкету и подтвердить личность через сайт госуслуг. Жители Новосибирской области одни из самых активных по участию в процедуре предварительного голосования. Насколько я знаю, на сегодняшний день наибольшее количество участников из всей Сибири. Участники осознают, что праймерис – это процедура соревновательная, и далеко не каждый из претендующих из 20 на одно место смогут войти в число кандидатов, но люди хотят заявить о себе.